بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры. Извините, во-первых, извините то, что мы опоздали на 14 минут. Не могли чуть-чуть разобраться в Инстаграме. Что-то там поменялось, там искали, как я искал, как правильно выйти в прямой эфир. Поэтому пускай Аллах субхана тааля даст вам награду за то, что вы ждали, иншаллах, бизниллях, за то, что проявили некое терпение. Сейчас мы отключим комментарии. Во-первых, хотелось бы ответить на ответ. На многие вопросы задавали вот по поводу Мекки, как вы туда попали, открыли ли умру, то есть, или когда ее откроют. Туда, субханаллах, это было отдельное приглашение. Пока еще на умру не пускают, умру визы не делают. Туристические, по туристическим визам тоже невозможно заехать. Это было отдельное как бы приглашение. И потом уже сам вход в мечеть Аль-Харам, заповедную мечеть, тоже это было не так легко. Нас там пропустил наш близкий брат, муфти мечети Аль-Харама, шейх Юсуф Аль-Бахут. И вот так вот мы, альхамдулиллах, по милости Аллаху, субхану ва тааля, попали на умру. За всех мы делали дуа, за всех братьев, за всех сестер, альхамдулиллах, за родных, близких, знакомых, тех, которых мы не знаем, а кто нас знает, тех, которые и нас не знают, и мы их не знаем, то есть за верующих, за мусульман, за всех просили Аллаха, субхану ва тааля, за тех, кто участвует в наших эфирах, на наших лекциях, на наших уроках. Аллах, субхану ва тааля, для него все имена известны. Поэтому за всех, альхамдулилля, за наших подписчиков, за прихожан, за всех просили дуа у Аллаха, субхану ва тааля. Просим Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, чтобы принял, инша Аллах. Что касательно, когда откроют, Аллаху а'лям, пока они сами даже не знают. Даже саудийцев не пускают туда еще делать умру. Пока, Аллаху а'лям, пока такое. Сами саудийцы никуда из страны не выезжают из-за пандемии. Им запрещено покидать страну. И также въезд в страну как бы ограниченный такой. Для тех, у кого есть икама, у кого есть прописка. И для муатынин, для граждан этой страны, которые там, например, находились в других странах, работая в посольстве и так далее. Да, Аллах субхану ва тааля, просим Аллаха, чтобы открыл нам пути, иншаллах. И знаете, хотелось бы вот поделиться с некой такой тонкой вот это вот ощущение, которое я прочувствовал в этот раз. То есть, субхану, учился я в Саудии, постоянно мы, можно сказать, в месяц по несколько раз ездили на умру. И, альхамдулиллах, каждый год Аллах, субхану ва тааля, по своей милости дает возможность ездить по несколько раз на умру. А в этот раз я прочувствовал некое такое чувство. Я смотрю, субхану, то есть есть таба'ут, то есть именно полтора метра вот это вот держит расстояние между людьми, которые совершают таваф. И опять же, там таваф, кто совершает, некоторые, те люди, которые приехали по каким-то там специальным тоже приглашениям из стран Пакистана, в основном из Индии, там заранее записываясь за несколько месяцев. Мы даже, когда, субханаллах, зашли в Аль-Харам, мечеть Аль-Харам, работники, там, полицейские удивились, вы откуда, с России? Как вы сюда попали вообще? Мы говорим, шейх Юсуф пропустил. А, шейх Юсуф, хорошо, давайте. И, субханаллах, когда делали вот этот таваф, уважаемые братья и сестры, я прочувствовал такое, знаю, что это дом Аллаха. И мы гости Аллаха, там находились, были гостями Аллаха, субханаллах, ва тааля. И Аллах, субханаллах, ва тааля, впускает себе в гости того, кого пожелает, того, кого он избрал. Сколько людей, например, вы знаете, в течение там, своей жизни стараются поехать на хадж, хотят поехать на хадж, и откладывают, говорят, иншаллах, на следующий год поеду, в этом году не получается, у меня там работа, дела и так далее. И так он не смог туда попасть, Аллах забрал его душу. Получается, Аллах, субхану тааля, не хотел его видеть у себя в гостях. Нам Аллах, субхану тааля, позволил, и в этот момент мне стало, я признаюсь, стыдно. Мне стало стыдно перед Всевышним Аллахом, субхану тааля. Я грешный раб Аллаха. О, Аллах, субхану тааля, но ты меня все равно впустил сюда. И в тот же момент задумался и думаешь, за что ты меня, Аллах, субхану тааля, сюда пропустил? Что я такого сделал, что ты мне позволил оказаться у тебя в доме в гостях? И вот это отсюда еще больше начинаешь ценить, отсюда больше еще начинаешь любить Аллаха, субхану тааля, стараешься
еще больше оставлять запретное и приближаться к Аллаху Субхану Тааля через поклонение. Поэтому просим Аллаха Субхану, чтобы Он принял, иншаллах, наше поклонение, чтобы всех нас, иншаллах, собрал, иншаллах, в этой жизни вместе на поклонении одному Аллаху Субхану Тааля и вечности. Амин, скажите все, чтобы мы вместе были Фирдаус Аль-Аля, вечном раю Аллаха Аль-Фирдаус, вместе с пророками, иншаллах, с посланниками, с праведниками, шахидами, иншаллах, с правдивыми. Сегодня у нас с вами сура Аль-Кари'а. Сура Аль-Кари'а, 101-я сура Священного Корана. Как обычно, мы его прочитаем, переведем, потом уже, иншаллах, возьмем тафсир. Сказал Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, в этой суре, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سبحانه وتعالى сказал القارعة великое бедствие. То есть день, великое бедство, то есть день суда, день воскресения. Аль-Кари'а – это одно из названий судного дня. Как, например, как бедствие, великое бедствие. Маль-Кари'а – что такое великое бедствие? То есть Аллах Субхану Тааля задает вопрос, что такое великое бедствие? То есть этот день воскресения. В третьем аяте «Вама адрака маль-Кари'а» – откуда ты мог знать, что такое великое бедствие? То есть Аллах Субхану Тааля говорит, великое бедствие, что такое великое бедствие? Потом опять задает вопрос, откуда ты мог знать, что такое великое бедствие? В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам, а горы будут подобны расчесанной шерсти. Тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша весов окажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь. Также переводится пылающий огонь. Нарун хамия. Сура Аль-Кари'а, сура Меккия. Мекканская сура. И вообще, большинство сур из Джуз-Амма, они мекканские суры. Аллах Субхану ва Та'аля говорит Аль-Кари'а. То есть, великое бедствие. Здесь... Уважаемые братья и сестры, как идет, как тахвиф. То есть Аллах Субхану Тааля как бы пугает нас. Человек, который как только начинает читать эту суру и читает Аль-Кари'а, то есть у него некий страх внутри, то есть великое бедствие. То есть некое такое страх перед... Что это такое? Такое великое бедствие, день суда. И это, как мы сказали, одно из имен судного дня. Исмун мин асма йаум аль-кияма. Если, как, если вы читаете, когда мы читаем Коран, название судного дня Аль-Кари'а, Ас-Саха, Ат-Тамма, Аль-Хакка, все эти названия судного дня, все эти названия Асма аль-Йаумин Азим, Асма аль-Йаумин Азим, имена великого, страшного судного дня. Тахтаззу лямма тасма'а, то есть когда ты читаешь эти Аль-Хакка, Ас-Саха, Ат-Тамма, Аль-Кари'а. То есть в этот момент у тебя некий внутри страх появляется. То есть величие этого судного дня. И Аль-Кари'а, Аль-Кара' в арабском языке это шей-ун сакиль. То есть что-то тяжелое. Говорят, есть Аль-Митрака, молоток, тоже он называется Аль-Макра'. То есть ты им тонг бьешь. То есть что-то такое звонкое, тяжелое. Также Кара'ат-Аль-Баб. Когда ты Кара'ат-Аль-Баб, Ай-Тарак-Аль-Баб. Стучишь в дверь, тух-тух-тух. То есть что такое звон такой появляется. Также говорится «каварий ас-сююф филь-харб», то есть «каварий ас-сююф», то есть звоны мечей во время битвы, то есть «тун-дун», когда они друг об друга оббиваются. Также, то есть если двух слов сказать, «аль-кари ашей ун музач», то есть «аль-кари» – это что-то такое, такая вещь, которая она тебя беспокоит, тяжелая вещь, на слух тяжелая эта вещь. «Такра аль-адан», то есть он в уши, если это звон такой некий, который... Уши слышат, это звон такой тяжелый, тяжелый какой-то звук, такой звон. Вот это как переводится как Аль-Кари'а, вот этот судный такой день, одно из названий судного дня.
То и аль-кара это шей он лабудда антальтафита илейхи, то что это что-то такое, на что нужно обратить внимание, то есть необычное слово. Также говорится аль-абуд юкра биль аса. Раба раньше, когда наказывали, били палкой. Йокара. То есть тум, звоны тоже вот такие. От палки оставались на его теле, когда его тело били, наказывали его хозяева. Во втором аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Маль-кари'а». Что такое великое бедствие? Что такое вот это «Аль-кари'а»? Аллах сказал «Аль-кари'а», а потом «Маль-кари'а». Что такое? И здесь этот вопрос, уважаемые братья, «Истифхамуха ли-та'зым». Здесь вопрос для возвеличивания этого. Для возвеличивания этого дня. То есть Аллах Субхану сказал «Аль-кари'а», а потом «Знаешь ли ты, что такое «Аль-кари'а»?» То есть почему, когда вот человеку, например, говоришь, знаешь ли, что это такое? Знаешь ли, там, с чем ты имеешь дело? Да? Как, он уже знает, он понял, но ты ему специально говоришь, чтобы возвеличить этот амр, возвеличить эту вещь. Тут тоже Субхана ва Тааля говорит, «Мал-кари'а», знаешь ли, что это «Аль-кари'а», великое бедствие? И дальше говорит, «Вама адрака мал-кари'а». Откуда ты мог знать, что это великое бедствие? Откуда ты мог знать, что это такое великое бедствие? В Коране, когда идет слово или глагол «адраке», «знаешь» или «знал» в прошедшем виде, «факад адра» – это значит «он значит знал». То есть имеется в виду, человек уже знал об этом. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах объяснил ему об этом. Дальше Субхана ва Тааля говорит, то есть «аль-кари'а», «маль-кари'а», «вама адраке маль-кари'а». То есть Субхана ва Тааля говорит «великое бедствие». Откуда, что такое великое бедствие? Откуда ты мог знать, что это такое великое бедствие? И дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля перед тем, как возвеличил этот день этими тремя аятами, «Аль-кари'а, маль-кари'а, вама адрака маль-кари'а», дальше сообщает, что случится в этот день. «Яума якуну нас кальфарашиль подобно рассеянным мотылькам». Люди, то есть мы с вами, все люди будут подобно рассеянным мотылькам. Аль-фараш, то есть мотыльки это шейн, хафиф, легкие такие, мелкие. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Кааннахум джараду мунташир», подобно распространенной саранче. Видели, когда много-много саранча садится, вот так же люди будут бегать туда-сюда, непонятно куда, страха от этого судного дня. Люди будут подобно мотылькам, подобно саранче, говорит Субхану ва Тааля, как насекомые будут бегать туда-сюда. Мабсус, то есть рассеяны, то есть, то есть имеется в виду рассеяны, то есть друг от друга будут убегать, вместе, так отдельно, это туда, это сюда, в рассеянстве будут. Это фаррахун, будут разделяться. И в этот день, конечно, почему? Потому что каждый человек только о себе будет думать. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Яума яфирру аль-мар'у мин ахихи, ва уммихи ва абихи, ва сахибатихи ва банихи». В этот день человек оставит своего брата, убежит от своего брата, оставит свою маму, свою папу, то есть отставит их, от них отойдет, сахибет его, свою супругу, детей, то есть каждый сам по себе будет в этот день. У каждого человека будет, только он будет думать о себе, на все. Каждый человек будет говорить, о Аллах, спаси меня. Пророки будут говорить, на все. О Аллах, спаси меня. Илля Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он будет говорить, уммати. Моя община. Каждый человек скажет, спаси меня. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет говорить, моя община. Говорится в хадисе, в судный день, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, своим сахабам, Ибрахим, алейхиссалям, будет стоять с правой стороны около ворот рая. Когда люди будут заходить в рай, он будет с правой стороны от ворот рая стоять. «Фа'ана акуна алейсар мин бабин нар», говорит, а я буду с левой стороны около ворот ада. И тогда сахабы сказали, «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, а почему ты не будешь около ворот рая?» На что он сказал, «Ликей ла ара ахад мин уммати ядхул нар фашфа'аля». Говорит, это для того, чтобы если кого-то я увижу около дверей ада, из моей общины, уммы, то, что его заводят в ад, чтобы сделать за него последнее заступничество. Чтобы сделать за него последнее заступничество, заступиться за него перед Аллахом, сказать, о Аллах, я за него заступаюсь, не вводи его в ад.
Посмотрите, какой был милосердный пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Кана биль муъминина рауфур рахим. Ва кана биль муъминина рахима. Он был по отношению к верующим милосердным. Поэтому он говорил: «Иштахту ли хвани, иштахту ли хвани». Я очень соскучился по своим братьям. Своим сахабам говорит: «Я очень соскучился по своим братьям». Сахабы, ридуан Аллаху алейхим, сказали: «Алясна и хванак, я Расул Аллах? Не мы ли твои братья, о посланник Аллаха?» Наш сахаб сказал: «Ла, нет. Бель антум асхаби. Вы мои сахабы, вы мои сподвижники. А кто мои братья? Ихвани, ятуна мин ба'ди. Юминуна би, валам ярауни. Это мои братья, те, которые придут после меня. Уверуют в меня, не увидев меня. Вот это мои братья». Поэтому этот великий день, событие, каждый человек будет только за себя. В этот день будут люди, подобно рассеянным мотылькам. وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Потом Всевышний Субхану Ва Та'аля говорит: «А горы будут подобно расчесанной шерсти». Субханаллах. «Аль-Айн хуа суф». «Аль-Айн аль-Кутн». То есть «Айн» — это подобно как хлопок, как шерсть. То есть в другом карате тоже, но это карат шадза. То есть «Гайру сахиха» — неправильный карат. Ведь чтение «Кассуф иль-Манфуш». Кассуф, как шерсть, именно вот расчесана. А здесь айхин то же самое переводит, что суф, то есть шерсть, подобно расчесанной шерсти. То есть получается великое строение, то есть Аллах Субхану Ва Та'аля часто приводит. Какие только горы там не бывают, там Эверест, там Малайские горы, там и так далее, большие, великие. То есть какое великое строение, и все эти горы будут подобно что? Айн аль-Манфуш, расчесанная шерсть. Видели, когда шерсть расчесывают вот так вот, когда ее расчесывают, она улетает, если чуть ветерок подул, она улетает. То же самое, как вот подобно саха, подобные облака, они вот так вот плывут, то же самое горы вот так и возьмут и улетят. То есть Аллах Субхану в этот судный день разрушит эти горы, они станут подобно расчесанной шерсти. То есть смотрите величие этого судного дня. Аллах Субхану все уничтожит. В следующем Всевышний Аллах Субхану Таля аяте говорит натиджа, то есть говорит о, так скажем, результате этого судного дня. То есть мы поймем сейчас о следующих аятах, то, что не самое важное в этом, не то, что горы будут расчесаны, то есть подобно расчесанной шерсти, то, что люди подобны мотылькам. Нет, сейчас идет натиджа, то есть после всех этих аятов, какой же результат, что Аллах Субхану Таля хочет сказать нам. Сказали Субхану Ва Та'аля: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَ То есть в этот судный день Аль-Кария, Амин-Кария, Умадрака, Мал-Кария, да, великое событие. Что такое великое событие? Откуда ты мог знать, что такое великое событие? Аллах Субхану Ва Та'аля говорит: в тот день люди будут подобно рассеянным мотылькам, а горы будут подобно расчесанной шерсти. И дальше Субхану Ва Та'аля говорит: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَ Тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой, то есть тяжелой имеется в виду благими делами. То есть, знаете, в судный день есть мизан, весы, благие дела и плохие дела. И что перевесит, например, если благие дела больше, то человек зайдет в рай. Если плохие дела перевесят благие, то есть плохих дел будет больше, то человек заходит в ад. Если он был мусульманином, он очистится в аду, потом вернется в рай. Если был неверующим, на вечно в ад он заходит. Мунафик фидарки расфали минан нар, мунафикун лицемеры на дне ада. Есть также асхабуль а'раф. Это те люди, у которых и благие дела, и плохие, они наравне. То есть это отдельные люди. Об этом отдельно, иншаллах, как-то мы поговорим. Асхабуль а'раф. Ну, Субхану Ва Та'аля в этом аяте говорит: тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой. То есть благие дела будут больше, чем плохие дела. Дай Аллах, чтобы мы все были из этих людей, иншаллах. Тот обретет приятную жизнь. Фи айшат радия, довольственную жизнь, приятную жизнь. Конечно, он в джанна, джаннату наим зайдет. Поэтому он будет, сайдхуль джаннату наим, поэтому его будет жизнь приятная, будет благой. Касательно весов, хотелось бы тут упомянуть один хадис, достоверный хадис, хадис уль-битака. Хадит аль-битака, то есть карточка, так, хадис о карточке. В судный день приведут человека, у него будет 99 сиджилан мин аль-маасы, лакиннаху муслим. То есть приведут человека, мусульманина, и у него будет 99 таких больших журналов,
из его грехов. То есть такие стопки, 99 больших его грехи. Без разницы грехи какие, большие грехи, малые грехи, без разницы в самом фитерке, таат, ау фи'ли, мухаррамат. То есть эти грехи связаны с оставлением приказов, или с поклонением, оставлением поклонений, или с действиями запретных, то есть харамы какого-то, да, принесут 99 журналов, и все эти журналы его грехи положат на весы. В этот момент, когда человек увидит, сколько у него грехов, подумает, что он кад халяк, все, он уничтожен, он зайдет в ад. То есть напугается. Увидит, представляете, его жизнь прошла, судный день, на весы 99 журналов его плохих дел положат на весы. Человек будет в страхе. И тогда ему скажут, иннака лян тузлям, ты не будешь притеснен. Иннака лака индана хасана. У нас, ангелы скажут, у нас для тебя есть благое дело. Хасана, благое дело. Тогда этот человек скажет в страхе. Вама тафалу хасана ма хадхи сиджилат. Как может помочь благое дело по отношению, соотношению вот этих 99 больших журналов моих грехов, одно благое дело, как оно мне может помочь? Тогда скажет, иннака лян тузлям. Говорит, ты не будешь притеснен. И тогда принесут ему маленькую карточку, битака. И там на этой битаке будет написано «Ля иляха илляллах». Нету Бога, кроме Аллаха. Нету достойного поклонения никого, кроме как Аллаха, субхану ва та'аля. «Фататыш битилька сиджилят». И эта маленькая карточка перевесит, и улетят эти 99 журналов. Поэтому, уважаемые братья, здесь верующий должен «Ярес аньямут аля калимати таухид». Человек должен стараться умереть на слове единобожие, на «Ля иляха илляллах». Но чтобы умереть на «Ля иляха илляллах», мы должны жить, соответственно, «Ля иляха илляллах». Жить по «Ля иляха илляллах». Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Мен аша аля шей мата алей». То, кто на чем жил, на этом и умрет. «Ва мен мата аля шей, буиса алей». А тот, кто на чем умер, и на этом воскреснет. Человек, если он постоянно матерится, говорит плохие дела, плохие слова, и думает, вот я перед смертью скажу «Ля иляха илляллах», не сможет. Не сможет сказать. Почему? Потому что, соответственно, хадисы, если ты жил из твоего языка, из твоих уст, плохие слова выходили всегда. На этом ты и покидаешь. То есть человек, например, есть что-то страшное. Хоп, кто-то говорит, субханаллах, да, напугался там чего-то. Или ля иляха илляллах. Потому что постоянно он привык говорить эти слова, они у него в сердце. А кто-то что-то пугался, астагфируллах, какое-то матное слово говорит. Еще хочет, и думает, что он перед смертью, когда увидит ангелы, Малек аль-маута, когда увидит ангела смерти, скажет эти слова. Нет, он тоже скажет те матные, материнские матные вот эти слова или плохие слова, которые он всегда говорил. Поэтому всегда наш язык должен быть, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, лисануки ратабан би зикриллах. Пускай твой язык будет мокрым от поминания Аллаха. То есть мокрым, постоянно говорит ля иляха илляллах, астагфируллах, ля хавля ва ля куввата илля биллях. Азкар. Постоянно азкар, поминать Аллаха субхана ва тааля сердцем. И в сердце вот это должно выходить на язык, иншаллах. И обычно всегда то, что в сердце, то и на языке. То, что у человека в душе, это на язык выходит. Поэтому мы должны жить также соответственно этим словам. Не только говорить, а поклоняться одному Аллаху, субхану ва та'аля, и не предавать ему товарищу. Иншаллах, тогда человек будет в раю. Би изниллахи, субхану ва та'аля. Это за дозволением Аллаха, это обещание Всевышнего, субхану ва та'аля. И также здесь этот хадис также указывает на что, и также хотел бы некий такой совет от себя тоже дать лично. Вот, старайтесь, когда ложитесь спать, когда мы читаем Коран, там, например, перед сном, да, какие-то адхикары, чтобы самые последние слова у нас были «Ля иляха илляллах». Даже, например, это вдруг ты не проснешься, но умер на этих словах. Даже, например, какую-то суру, кто читает «Фатиху» или «Ихлас», там, да, «Фаляк нас», на себя почитал, подул, но все равно пускай старайся, что самое последнее, не эти суры, самое последнее «Ля иляха илляллах». Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Мен кана ахру каламаху ля иляха илляллах». Кто, у кого последние слова были «Ля иляха илляллах». Даже если он лег, сказал «Ля иляха илляллах», потом кто-то его позвал, например, устал, да-да, что-то ответил, там даже слово, все равно пускай «Ля иляха илляллах» в конце скажет, чтобы последнее слово его было «Ля иляха илляллах». И также этот хадис указывает на то, что человек никогда не должен отчаиваться в милости Аллаха Субхану ва Та'аля. Никогда не должен отчаиваться в милости Аллаха Субхану ва Та'аля. Иногда бывает то, что вот видишь, у него 99 журналов этого грехов. Но здесь как бы человек бывает, когда грешит, грешит, например, и потом думает, шайтан что? Говорит, некоторые люди как бы, я асун мин рахмати ля.
Они отчаиваются в милости Аллаху Субхану Ва-Та'аля. Шайтан ему нашептывает и говорит, сколько у тебя грехов, все, оставь поклонение, куда ты там, или там не читай там намаз, у тебя столько грехов, или там не делай такие-то, там не читай Коран, то есть не приближайся, у тебя столько, Аллах тебя не простит, Аллах тебя не примет. Вот это вот отчаяться в милости Аллаха, это хуже, чем все остальные грехи, потому что это куфр, это неверие отчаяться в милости Аллаха. Аллах гафур, рахим, Аллах прощающий, милосердный. Как человек согрешил и будет к Аллаху Субхану Ва-Та'аля возвращаться, Аллах будет его прощать. В хадисе достоверном говорится в хадисе Кудси, где Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит «Азнаба абди занбан». Мой раб согрешил. «Фа'алима анна лаху раббун я'худу бид занби ва яхфиру занба». И в этот момент, как согрешил, он знает то, что у него есть Господь, который прощает его грехи и наказывает за грехи. После этого просит у Аллаха прощения, фа'ятубу Аллаху алейхи, Аллах его прощает. Потом фа'ади иля занби, потом опять возвращается на грех. После того, как совершил грех, опять знает, что у него есть Аллах, который прощает грехи и наказывает за грехи. Просит у Аллаха прощения. Аллах субхану тааля его опять прощает. Опять возвращается грех. Мы с вами думаем, какой он бессовестный, да? Внутри себя каждый, если бы вот это, да, стыдно перед Аллахом становится. Но после того, как согрешил, опять возвращается к Аллаху. Говорит, я Аллах, у меня есть Аллах, прощает грехи, наказывает за грехи. Я у него папа прошу прощения. Просит, Аллах Субхану Тааля его прощает и говорит, «И'маль ма шиита факад гафарту лак». Делай, что хочешь, я тебя простил. Делай, что хочешь, я тебя простил. Субханаллах. Это что имеется в виду? Не дальше иди греши, Аллах тебя простил. Нет, имеется в виду, сколько бы ты ни возвращался к Аллаху Субхану Тааля после грехов, после греха, и будет просить у Аллаха прощения, Аллах будет тебя прощать. Аллах Субхану Тааля будет тебя прощать, если ты искренне просишь. Но есть обязательные шуруты, есть обязательные условия для того, чтобы Аллах Субхану Тааля прощал. То есть мы когда делаем тауба, просим у Аллаха прощения, должен быть азм, должно быть именно намерение и искренность перед Аллахом, то, что ты не будешь возвращаться на грех. Но в течение дня что-то с тобой произошло, шайтан тебе нашептал и так далее, опять вернулся. Тогда попросил Аллаха прощения, Аллах Субхану Тааля прощает. Также говорится в хадисе достоверно то, что «Каля Аллах», «Каля шайтан», «Шайтан сказал «Ва'иззитук», то есть поклялся честью Аллаха, «Ва'кибриа'ук», то есть воспоминал Аллаха, поклялся Всевышним Аллахом, что «Я буду сбивать с пути твоих рабов», «Ма дамат арва'ам фи аджсадихим», до тех пор, пока их души в их телах, то есть пока они живы, я постоянно буду их сбивать с прямого пути. А Аллах в ответ поклялся Иблису и сказал, «Ва'иззати, ва'джаляли, ва'кибрия». Я сам своим величием клянусь, своим высокомерием клянусь, то, что я «Агфиру лахум мастагфаруни». Я их буду всегда прощать до тех пор, пока не будут у меня просить прощения. Поэтому это великая милость Аллаха, Субхану Ва Та'аля, то, что Аллах прощающий, милосердный. Аллах, Субхану Ва Та'аля, сказал, тот, чья чаша весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. У кого много тяжелые чаши весов благих дел, то он будет в джаннате, иншаллах, отдыхать вечно. Теперь Аллах Субхану Тааля говорит о кысме сани, о второй категории людей. Ва амма ман хаффат мавазину фа уммуху хавия. А тот, говорит Субхану Тааля, тому же, чья чаша весов окажется легкой, то есть имеется в виду легкой благих дел, тяжелый значит грехов, да? То есть грехов будет больше, чем благих дел. Фа уммуху хавия. Пристанищем будет пропасть, говорит Субхану Ва Та'аля. Его пристанищем будет пропасть. Но если дословно перевести, уммун переводится как мама. Его мама. Хауя. Хауя, то есть хауя это тот яхуи, то есть тот, что его окружает со всех сторон. То есть его будет пропасть. Вот это вот, как, почему Аллах Субхану здесь описал как мама, умму? Потому что когда человек, то есть умму переводит как ма'уа. То есть, когда ма'уа, это то, к кому ты возвращаешься. Когда маленький ребенок, он всегда к кому бежит? К маме своей. Постоянно. И также его кто обнимает всегда? Мама его обнимает. И также говорится, уммо имеется в виду раз, голова. То есть, субханаллах, его возьмут головой, выкинут в ад. Джаханнам, джаханнам, валяйяду билля. Возьмут его и головой выкинут. Юлка аля раси фи нари джаханнам, валяйяду билля. Вама адрака ма хия. После этого Субхану Ва Та'аля объяснил нам, разъяснил, что же это та мама, которая окутывает его.
Что же, какая же мама окутывает этого человека, грешника или неверующего? وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ. Здесь истифхам ли тазим, тоже вопрос, для, дабы возвеличить этот, то, что будет после него. Здесь Аллах Субхану Тааля как бы говорит, его пристанищем будет пропасть, то есть дословный перевод, его мама будет окутывать, то есть вот это. И что же это за мама, что же это за просьба, ты знаешь, то есть Аллах задает вопрос перед тем, как сказать, что это. Для чего этот вопрос, для тазим, значит, сейчас что-то мы с вами великое услышим. И что же это великое? Нарун хамия, пылающий огонь, жаркий огонь. Хамия, ай, шадидат аль-харара, очень-очень горячий огонь. Айдан Аллаху айяку. Пускай Аллах спасет, убережет нас и вас, иншаллах. Аминь. Калла, саллаллаху алейхи вассалям, ли асхаби. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам, араайтум хадихи нар, аллати тукадуна алейха. Говорит, посмотрите на этот огонь, который вы поджигаете. То есть нару дунья. В этой дунья какой огонь. Посмотрите. И тогда сказал, иннаха джузун мин сабиина джуз мин нари джаханнам. Вот этот огонь, который в этой дунья, который обычный огонь, там пожар где-то горит, там, или леса горят, когда, или в бане там дрова, там, когда подкидываешь, то есть огонь горит, и в самовар, когда кипятишь, там огонь выходит, да, то есть костер сжигаешь. То есть вот этот огонь, или на газ там, на газу вот этот огонь, это всего лишь одна из 70 частичек того огня, который в аду. То есть а в аду, который огонь в 70 раз жарче, горячей, говорит пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям. Тогда сахабы сказали, я Расулла, валлахи, иннаха ля кафия. О, посланник Аллаха, клянусь Аллахом, если бы в аду был бы только этот огонь, который здесь, то есть одна частичка из 70, это было бы достаточно. Это было бы достаточно. Почему? Посмотрите на сегодняшний день, если пример, пожалуйста, человек там, например, попал в огонь, да, где-то горит, там сколько, за сколько его тело сгорает и умирает он? Минуты даже, может, минуты или две минуты, его тело сгорело, все, он умер. А что говорит про нару джаханнам, в 70 раз сильнее этот огонь, и человек там не умирает. Как Аллах Субхану Тааля говорит, «Кулля ман аджа джулудахум баддальна джулудахум гайраха ли азуку л'азаб». Когда их кожа будет сгорать, я говорю, Всевышний Аллах, буду заменять эту кожу новой кожей, чтобы они прочувствовали наказание. Эта кожа опять сгорает, Аллах новую кожу, потому что все нервные окончания на коже оканчиваются. Такое наказание. Уляяду билля. Просим, и также с точки зрения чтения таджвида, обратите внимание, вот 10 и 11 стоят, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ должно читаться, то есть в конце «ха» должны мы произносить وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Есть двух видов قراءته у Кисаи, имам Кисаи и имам Хамза, читается وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, то есть هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, не «هِيَ», а «هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Это не в нашем قراءته Хафза аль-Асам, в карате Кисаи и в карате Хамза. И оба эти караата, которые мы читаем, и Хамза, и Кисаи, все они мутаватира ан наби, саллаллаху алейхи вассалям, сабита, достоверные от нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы уберег нас и вас от нара аль-хамия, от пылающего огня, от джаханнама. Чтобы Аллах, субханаху ва тааля, вел нас в судный день иля аль-фирдаус аль-а'ля, миля хисаба, ولا سابقة العذاب بسبروسا и без расчета, иншаллах. Чтобы нас всех с вами, всех людей, которые смотрят сейчас этих эфир, наших близких, родных, мусульман, иншаллах, всех верующих, Аллах Субхану Тааля вел иля аль-фирдаус, в фирдаус, без спроса и без наказания. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Берегите себя и близких. Аллах барак фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. وبركاته.